конкурсе принял участие 451 педагог образовательных учреждений Кемеровской области. Для участия в областном этапе конкурса «Мир глазами натуралистов» от Ленинско-Кузнецкого городского округа были представлены работы педагогов школ номер 19, 20, 37, 38, 42, лицея номер 4, детских садов номер 7, 16, 24, 51, 62. Рассмотрев итоги областного конкурса фоторабот «Мир глазами натуралиста», жюри отметили конкурсные работы педагогов нашего города. Грамотами удостоены фоторабот в номинациях «Мой край, мое богатство», «Фотоистория», «Фотодидакт».